В регионе наступает пожароопасный сезон. По оценкам специалистов, первые природные возгорания могут возникнуть уже в начале июня. В районе созданы 6 мобильных патрульных групп. Сегодня крупных лесных пожаров на территории региона не зарегистрировано. Всего в республике зафиксировано 47 очагов возгорания. Огонь уничтожил более 2000 гектаров леса. Все лесные пожары произошли по вине человека. Это костры у охотников и у отдыхающих, это сельхозпалы, это непотушенные сигареты, это оставленный мусор, который со временем тоже может возгореться от фокусировки стекла и тому подобное.